эту дискотеку все уже знают. А я сам себе сейчас напоминаю. Да-да-да! Вот самый лучший анекдот. Юрбан вышел к микрофону, и все заранее. На самом деле, что-то как не до анекдотов, потому что... Вы сами видите, да? Юлик! Дело в том, что то, что мы сейчас испытываем, это можно характеризовать такими словами, что спасибо... Легкое алкогольное опьянение. Это раз. А второе, типа, спасибо, мир. Когда это делают на английском, да, а по-русски не могу. Юра, на корпоративе. Да. Thank you the world, except for their assholes. If you don't know who you are, we do. Переведи на меня, я не понял. Ахуевах, только давай, ахуевах. А тебе и не надо. Здрасте. Теперь анекдот. Да, теперь анекдот. Давай пощмокаем. Самый короткий. Давай. Датский. Что там? Так. Самый короткий анекдот в мире. Так. Наколел пряники. Так. You know what it is? Так. Он не помнит. I don't believe it. О, ты не в фокусе. Чего я сказал? Короче, знаешь, песня грустная тоже. Буду погибать молодым, буду точно погибать грустный. Молодым.